Ну, наша цель эти ферозабат. Ну, то есть непонятно, какими способами идем. Вдоль дороги, да. Вдоль дороги, по правой стороне дороги, прикрывая зеленкой, можете на гору немножко залезть. Сейчас проверить за поворотом. Есть ДШК, нет ДШК. Я доеду до поворота, прикрою дальше вас. Вот. Там же не ДШК, там у вас. Все, я ДШ. Мне кажется, он просто на юг нас встречать поехал. Вот сюда. Короче, ладно, давайте доеду. Свечу. Сгорю. Это принесушка, нет. Могу уж там смотреть, там сгорю на тоже. Давайте вдоль дороги, с правой стороны дороги до тайника дойдите, уничтожьте тайник сначала. Я пока склон и горку смотрю на предмет чего-нибудь. Разрывы, где она была, не там? По левой стороне, говорит, от дороги шмаляла. На самой горе? Наверное, закрыты этим, деревьям, мне, да, она да, меня да. Не видит. Да. Но я сейчас выйду, она по мне отработает. Да. Отъедь назад, влево. Сейчас. Влево, влево, влево. Нет, да-да, ага. Теперь вперед, вперед, направо. Да. Отлично.
Сейчас высунусь, башенку высуну, отработаю. И тут на ней поставили. А я не вижу, пока я сейчас буду выглядывать. По нам? Да. Да, да, где ты стоял? Пулемет. Туда ГС сейчас работает, да? С твоей стороны горы. Справа от дороги. За большим? Да, за большим пытаюсь это ГСить. А это ты ГСишь? Да, я. Нормально, вижу. Сдаю назад, попробую его снять. Да, это убивает. Убрали его? Или надо зачистить еще? Как у нас тут и здесь раненый лежит. Да это вот он на ГС. Раненый? Я не знаю, раненый или не ранен. Я его гордом закрыл. Да, я вижу. Я не подбегу, вряд ли через дорогу не побегу. Попробуйте. Паш, ты живой? Да. Сейчас найти где. Сейчас я. Здесь кормы у меня, или где? Снимаешь? Убрал. По мне работает. Понял. Ранен. Или мне надо выйти перевязаться? Ну я понял тебя, да. Фанзе проверять. Вижу, спускается вниз. Давай вкатывай, хотя бы слышишь. Я даже лечить. Банзе хоть живой? Нет. Блин, все напрасно. Ах, чего так долго шли, капец? А Аздоник решил поехать через пустыню. Обалдеть, блин, мы уже заскучали. Да я тоже заскучал, но водитель на стрекер. Мне просто уже настало давить кнопку вперед. Он едет 30 км по песку. 20 человек играет, так давай все это. А ты без сознания, что ли? Хостоник.
разбился, я так понял. На доску летал. Панта тоже сняли. Да, меня сняли. Там, короче, пацан сидел, который обстреливал страйкер. От оккупанта метров 5, короче. Постоянно по вам стрелял. Оккупант даже не повернулся. Он на вас попекарился, короче. Да я другого, который на Пашу бежал. За деревьями, я от него. Ну, отличная избирательность. Нет, конечно. Че не страйкер? Еще могут захватить его. Либо что ли? Подожди, откуда меня? Сверху что ли? У меня да, вот тебя до Чикаго растет. Я перевязался. Не, Паш хотел помочь нашему врачу. Я думаю, что Банзай ранен. Да, я поддерживал, в смысле, прикрывал. Ну, смотрю, бежит. Уже, смотрю, бежит к нему там перец. Я по нему давай шмалять. Ну, меня там. А у нас связи были вообще? Паша, ты был с оккупантом на связи? Да. Это ты СМ-32 лопил, да? Банзай, а, Банзай? ГП-шел, Банзай? Вот Банзай ГП-шел по противнику. Скорость трекера по песку хотя бы не меньше, чем на хамбике. Это вообще просто убожество. Да. А в реальности? Скорость пешком можно было. Но я не об этом хочу сказать, о том, что Банзай, короче, ебашили от позиции оккупанта сразу же, там, за камнем. Да. Банзай там в панике отстреливался гранатометом туда, а оккупант вообще ничего не сделал. Просто даже голову не повернул, чтобы помочь прекратить гейминг, огонь. Гейминг. Ну а как? Ну, знаешь, со стороны можно... Невозможно. Ну, конечно. Невозможно было абсолютно все сделать. Чё за дельник? Опять? Не понял, куда мне надо было в гору голову-то повернуть? Налево? Назад. Наверх горы моей? Да. Да? Ага. Понял. Ну да, не прочухал. Мама, это не я, это Барни. Плохо, что М-32 не помещается в рюкзак. А, должен? Да винтовку-то я погрузил. А-а-а. Чтоб не по-быстрому это все заметить, мне нужно будет распаковать. Точнее, выбросить его. Вот и стали отдыхать. Можно было пистолетом расстрелять. Да не было пистолета. Нет. Я так понял, Рексар двигается в сторону Аздоника. Что такое? Сколько они могут этот... Почему Рексар их не убивает? Слышал, что там убивает страйкер. Он идет к БЕ. Все остальное не важно. Почему у нас такая ракетка? Чего она происходит?
хрень раскатать сушку можно вообще. Два счета. Да. Макароны вообще есть тех. По-моему, уже в РП играет. Макарон? Да. Закотлетили? Нет, зачем? Сам к нам приехал. Ну да. Не, я главное, минуты три спрашивал, кого-то видят на шахте, молчание. Только я подъезжаю, вот в момент, когда меня сейчас выбивает, мне по ДВшник какой-то плюс говорит, а только что, ну не, недавно видел на этой шахте двух талибов. Я такой, понятно, сейчас меня прилетит, и прилетает. Видели, что Рексар сделал? Он кинул свой пулемет и побежал пешком. Зато с какой скоростью бежит. Он прям кинул? Ну он позади него лежит, метрах 100. А куда бежит? О, лег. С донику. Че там шкварчит? Двушка. А, спалили, да? Вертолет спалил? Он, по идее, под коброй можно зависать и уничтожать цели. Да. Ворон, беги! Ты сможешь? Снайпер кос. Пьянки. А у ТРК даже этого, вернее, у него ТРК пузырькашку даже не стали с базы вывозить. Не, почему стали? Я же докладывал по ДВ, что у них бардак на грудуре стоял. Ага. Ты, кстати, почему на ДВ-то не был? У меня еще и на ДВ водитель. Командир отделения, еще и на ДВ. Азданик почему-то с тобой пытался говорить все время. Ну, Азданик сам и пытался, да. Потом на... втопил по газам и уехал вперед, и вообще меня уже даже... Да, ты снайпером был или на вертолете? Я на чемоке был. Понял. Снайпер, вертолет. Точно. Как, какого снайпера? На отстреле снайперов другие люди берут. И вертолеты тоже, боевые другие люди. Кажи, занят. Надеюсь, был старт в курсе про мины, которые я ставил. Сейчас посмотрим. Ну, я вроде ставил. Вы заминировали схрон? Где мина от него далеко? Вот висит квартальчик небольшой, маленький. Справа от него. Ну, сейчас возьмем. Сейчас кобра снимет мины. Он устал. Это Лёрик обозначил себя дымами.
как цель выглядит, вот там, где Лёрик бегает? Ящики. Так каменные, что ли? Нет, куча ящиков. Одна куча в шахте, в доме, в этом, с пристройкой. А, в этой версии выпилили цель, рядом с которой Лёрик сейчас бегает, там военная база, там раньше что-то было. Да. В общем. Сильно жирно для такого количества. Ну, наверное, кочегар не знает просто, где находится. Типа, фигня. Иначе давно бы обстрелял. Наверное. Хотя он много уже эту миссию рассмотрел. Ну, про шахту я уже не знаю. Тут перезабыли. Цель, я даже не знаю. В казарме. Нет, я о том, что он, скорее всего, тоже не знает. Еще схрон тайник есть на западе. Перезабыл. А в брифинге точно указание есть на задачу? Точно да. Расположение? Все есть. А, ну тогда... Да. Гасили орк с СВД портрет. Где он поранился? Вроде не дал. Как его? Ну, потому что половина бокса. Заходы делают, я так понял. Я отворачиваю, не быстро. Они, наверное, думают, что надо здесь тоже что-то уничтожать. Ну, просто промахнулись. Заметки не читаю. Ну, вроде как, в пятом приблизительно, да. Сюда. Опять что-то там творит. Карл Карлович. Здравствуйте. Да, здорово. Карыч, да. Получил маслин. Да опять без ног. Все время на влоге ползаю без ног. И тут без ног. Заразился? Ну да. Кто первый был такой? Приносчик заразу. Ты хотел ехать в Крицентр, я обратно пошел. И тут маслинка летит. А я его не могу найти, я его сбил. А было чем сбить? Ну, дракон еще не выстрелил. Что-то синие не хотят атаковать.
Низушка еще вроде бы целая. Нет, вот сейчас обе будут пытаться. Один? Ну, он сейчас взорвет, пахнет цель. А, да, там же цель. Едет сюда вас. Вон, у Леворика еще на горе Зушка есть. Давай бахай. Бахнул. И у вас едет. Я сказал пацану, иди к Леворику на Зушку. О, кого-то накрыло на базе. Ой, к Леворику. Все из-за карача. В смысле? В прямом. Я пополз вообще-то до пушки. Меня убили. Я тебе сказал, дай метку. На камере стояла, вон Йон метка называется. Ты врешь. Возле шахты. Ну ты гребень. Ты какой Бастера. Над этим всегда Ферзбат немножко подбешил, что когда большая часть народа умирает, очень все превращается в это. Сиделки-ждалки? Да. Вот. Почему? Ферзбат будет играть человек на 80. А прикусили на дону Макарона. Где он у вас находится? Он в этом, с пулеметом везде. Ты чуть он, южнее шахты. О! Если на нем, короче. Ну, у меня на нем была камера. Я ничего не делал, у меня переместился за карту, короче, вместе со своим ботом. И висит на высоте 200 метров от земли. Да, раньше такого не видел. Раньше что ты такого не выдавали. Да это дешевый щит какой-то. Кто в Oak Island это делал, я не понял. Что говоришь? Кто в Oak Island это делал? Тошка. Картошка? Да. Вот и разбанили. Если скрестить Каркарыча и картошку... Чего это? Будет все равно картошка. Сейчас будет картошка. Будет чиполино. Обидно было, правда. Слушай, такие, да, такие скрещения неадекватные. Мутанты получатся, не так. Нет, никакого крещения, никакой религии. Не крещение, а скрещение. Да. Скрещение. Ой, скрещивают. Я не знаю. Да, они видят его, нет? Нет. Я хотел было инсургу с Бекетовым сделать, но потом понял, что он вообще что-то с ботами не играет. В этих деревушках такие хашеры, то есть, ну, через заборы видят. Немножко ну, подвешивают. Подожди. Барона в мид. Нет. Так-то двое осталось. Нет. Хватит. Вот, слышишь?